Смотрите, какие у меня волосы, да, прям весь лоб почти закрыт. Круто, да? Можно так вот, короче, подергать ими, и они будут в разные стороны. Я, короче, одно время уже давно не постригался, вот. И сейчас я решил тоже не постригаться. И видите, у меня в итоге что? Тут уже все, короче, внизу уже вон эти уже пошло на, уже вот так пошло. Тут пошло, пошло и все, и вот так. Круто, да? О. Я еще, знаете, я мою шампунем Шамту называется, и у меня от него всегда волосы такие. Вот. То есть ни от какого другого шампуня у меня почему-то так волосы, такими волосы не становятся. Не знаю. Короче, всем привет, доброго вечера, доброго дня. Видео сейчас будет не в моих волосах, а видео будет о том, что в названии видео, собственно, написано. О чем видео? Да о том, что написано в названии видео, это же так понятно. Вот. Будет обзор на салат Fresh Secret, капусту с огурцом. Значит, я взял два экземпляра. Сейчас объясню, в чем дело, как, чего. Вот, смотрите, какие красивые, да? О. Короче, у меня на канале к этому времени уже должно быть несколько разных обзоров на виды, на разные виды салата Fresh, фирмы Fresh Secret. Эта фирма, она делает салаты, и большинство из этих салатов, которые я пробовал, они мне очень нравятся. Я на некоторые уже даже делал обзоры. Вот. Просто у меня видео очень много, я их выкладываю в разное время, поэтому, когда я это видео выложу, к этому времени уже должно быть на Fresh Secret, на разные салаты обзор, на оливье, на винегрет, на селедку под шубой, на морковку со спаржей, на фунчозу. Короче, мне практически все салаты от этой фирмы Fresh Secret нравятся, вот. И сейчас появилась новинка у нас в магазине, называется салат капуста с огурцом. Я взял два экземпляра, один себе, другой маме. Ну и, в принципе, чисто так на пробу, да? Если понравится, не понравится, как бы вот. Вот они, видите, какие. То есть, тут видно, что там внутри находится, да? Вот. Но я вам все равно сейчас прочитаю состав. Вот. Такая вот коробочка, значит, обычно салаты Fresh Secret, они там стоят, ну, 40 рублей, 45, 50. То есть, вот такая вот ценовая категория. Это новинка. Поэтому на нее была скидка, он стоил 35 рублей. Вот. То есть, в принципе, я думаю, то, что он мог стоить и 40-45, примерно так. Вот. То есть, настоящая цена. Вот. Короче, значит, что тут в составе? Значит, называется капуста с огурцом, а состав у нас такой. Значит, капуста, огурцы свежие, морковь, сахар, масло растительное, соль, чеснок, специи. Вроде бы все хорошо, да, все отлично, но в некоторых вот этих салатах, не во всех, кстати, в некоторых, я обращаю на это внимание, и тоже вас прошу обращать, когда вы покупаете на состав. Тут в составе присутствует усилитель вкуса. Тут написано Е621. Вот. Не во всех салатах Fresh Secret есть усилители вкуса, но в некоторых есть, и вот в этом сейчас тоже есть. Это плохо, конечно же. Усилитель вкуса, вот эти всякие добавки, это всегда плохо. Вот. Поэтому, если вы, ну, к своему здоровью относитесь достаточно серьезно, то салаты с усилителями вкуса я бы вам не советовал брать. И вообще вот эти вот салаты покупные, они в магазине, в супермаркете продаются. Лучше, конечно же, не покупать. Неизвестно, кто их делал, как их делал, какой они свежести, тоже неизвестно. Тут стоит срок изготовлено, упаковано, срок годности. Но неизвестно, соответствует ли он действительности или нет. Потому что некоторые салаты, бывают, ты их покупаешь, срок годности есть, они чуть ли не сегодня изготовлены, если судить по сроку годности. Но они на самом деле не первой свежести по вкусу и по запаху тоже. Так что вообще салаты вот эти магазинные лучше не покупать, никому не советую. Лучше, конечно, делать самому. Купить там, нарезать, вот, ну понятно, да, самому всегда лучше делать. Ты хоть знаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, когда ты это сделал, насколько это свежее, да? Вот, ты сам чувствуешь все, когда делаешь, вот. Ну, тем не менее, ладно. Я люблю вот эти покупные салаты, тем более вот эта фирма Fresh Secret, как только я попробовал ее, они мне сразу понравились, вот. Я вот просто смотрю на себя, и так вот необычно выглядит. Ну, у меня прыщики вот эти, они периодически появляются у меня, это у меня уже давно, вот. Сколько бы мне не было лет, у меня всегда периодически появляются такие всякие прыщи. Ну, они буквально 1-2 дня побывают, и потом сами проходят, вот. Так что не обращайте внимания на это.
Говорят, что шрамы украшают мужчину, а прыщи? По-моему, прыщи никого не украшают. Прыщи — это всегда противно. Вот. Короче, ладно, давайте мы сейчас откроем. Они вот так вот сделаны. Такой вот язычок. И вот он так вот наклеен. Ты вот так вот поднимаешь. Во. И коробочка открывается. Во. И вот он у нас. О, запах обалденный, кстати. Давайте я вот так вот сейчас вот прям на весь full display. На весь дисплей покажу вот так. То есть на весь экран. Full screen типа. Сделайте качество тогда хорошее. Во. Видите, как красиво. Во. Мне это чем-то напоминает фунчозу, кстати. Там тоже, кстати, огурцы есть. Сейчас возьмем вилочку. Все это дело попробуем. Ну что, значит, капуста с огурцом, да? Ну тут, конечно, кроме огурца еще чеснок есть, специи. Это понятно, типа, ну, для вкуса. Добавили еще плюс усилитель вкуса, набухали. Тут и так написано, что тут специи, чеснок, соль. По-моему, этого достаточно. Нафига еще какой-то усилитель вкуса? Нафига эта химия вся нужна? Не знаю. Ой. Давайте я сначала огурчик попробую. Мне очень хочется попробовать огурчик. Вот фунчози тоже. Кстати, вот почему я говорю, похож на фунчозу. Фунчози также. Фунчози тоже. Там вот эта вот фунчоза, да? Стеклянная, ну, как она там называется. Вот. И там тоже специи. И там огурчики тоже со, там тоже со специями. Вот. Но там огурчики вкуснее. Тут я сейчас попробовал огурчик. Он в специях. Чувствуется небольшая такая острота. Но он мне не понравился по вкусу. Фунчози все-таки огурчики повкуснее. Вот, ну давайте сейчас вот. Тут, видите, капуста, тут не только, как тут написано, ну тут, короче, смотрите, тут, видите, и капуста, и морковка, и зелень, то есть тут такой, так, типа, набор. Ну, как, ну, собственно, как и салат. Салат такой и должен быть. Тут, кстати, 140 грамм. Они такие бывают. 140-150 грамм, там, плюс-минус. Чувствуется острота, как будто корейскую морковку ешь. Ну, правда, не такая уж сильная острота, но похожая. Тут какая-то морковка, она, наверное, есть корейская. Ну, типа со специями. Сама капуста невкусная. Она даже хрустит как-то неаппетитно. Вот я ее ем. Не, мне совершенно не нравится. Все, что я чувствую, это одни специи. Соль и специи. Соль и специи. Огурец невкусный. Капуста невкусная. Морковка чуть-чуть есть. Небольшой есть такой. Похожесть небольшая такая. Я так выражусь. Небольшая похожесть есть. То есть немножко похоже на корейскую морковку. Да. Ну а так, в принципе, нет, невкусно. Я нахваливал так эту фирму Fresh Secret, говорил, что мне почти все салаты нравятся. Но на самом деле я перехвалил. Салат — полная фигня. Если вам нравится остренькое со специями, то вам понравится. Но я острое не люблю. Я люблю, когда есть какой-то вкус, а не просто острота. Но тут кроме остроты, в принципе, никакого вкуса-то на самом деле особо-то и нету. Поэтому я нахваливал, но этот салат — полная фигня. Мне он не понравился. Вот. Но я недаром говорил то, что мне нравятся не все салаты, а большинство. То есть из всего, что я пробовал, например, из 10 видов, ну, не 10, может быть, видов, 6-7 салатов, из них где-то 2 были невкусные, то есть мало, вот. Ну так, вот этот под ту категорию подходит. Из 10 баллов я бы им поставил 2. Да, всего двойку. Ну, опять же говорю, если вам нравится острое, то вам, может быть, где-то на 6-ку, на 7-ку понравится, но 10-ку тут никто, я думаю, не поставит. Абсолютно, потому что капуста совершенно невкусная, огурцы невкусные, не, фигня. Mm.
2 балла фигня. Не. Лучше действительно корейскую морковку купить. Вот такую вот морковку. Сейчас я давайте побольше морковки возьму на вилку. Во. Вот так было бы идеально, по-моему. Ну, в принципе, да. Из всего, что тут есть, мне понравилась только морковка. Ну, это нет, все равно не особо тоже. Короче, 2 балла получает у нас капуста с огурцом фирмы Fresh Secret. К сожалению, меня разочаровала этим салатом. Но ничего, у них есть много других салатов. Например, я люблю у них винегрет, оливье с ветчиной. Потом курочка ряба, у них очень вкусный был салат. Курица, потом курица с шампиньонами, что ли, называлась. Короче, вот, и еще, ну, селедка под шубой была вкусная, и фунчоза еще нормальная, во. Хотя фунчоза мне как-то, у меня, знаете, как-то мне то она нравится, то она не нравится. То, кстати, вот реально говорю, фунчоза иногда попадается очень вкусная, очень сочная. Вот это вот Fresh Secret. Но иногда наоборот вообще невкусная. Видимо, как раз это связано с сроком хранения. Видимо, тут неправильно написано. Или когда он в магазин приходит, его неправильно хранят. Его же нужно хранить в холодильнике. Да? Или его неправильно хранят в магазине. Или его заведомо уже делают не первой свежести на производстве. Поэтому он иногда получается невкусным. Вот. Так что, опять же, все такие салаты, я говорю, я не советую брать, потому что вся вот эта магазинная фигня, она достаточно стрёмная. Вот. И это правда, к сожалению. Ладно. На этом я закончу видео. Доедать эту фигню у меня совершенно никакого нету желания, абсолютно. Я сейчас лучше пойду селедочку под шубой. Я, кстати, когда был в магазине, я купил вот эти вот, но там оставалась одна только селедка под шубой. Мне нужно было ее купить. Если я сейчас пойду, наверное, ее там уже не будет. Но я, наверное, схожу, потому что я это есть не хочу. Лучше селедку под шубой куплю, действительно. Вот. Ладно, давайте, ладно, сейчас пойду на этот магазин, еще раз схожу. Вот. Всем приятного аппетита, всего хорошего. И, опять же, никому не советую магазинные салаты. Лучше, конечно же, делать самому. Но, тем не менее, если вы хотите что-то купить, то советуют Fresh Secret, винегрет, оливье, курочка ряба, селедка под шубой и фунчоза. Вот у них вот эти вот самые, которые мне нравятся. Вот. Ладно. Еще раз всем пока и до встречи в следующих видео.